Дмитрій вулиці Екатеринівська, від Петельмоновської до Новощипного ряду. Це нелегке завдання, скажу відверто. І всі, хто мешкає в Одесі, всі жителі нашого міста, розуміють, наскільки це складно. Не менш складне завдання було в нас, тяжке завдання було в нас і на Старосіновій площі, де ми столкнулися з серйозними противостоянням тим, хто незаконно, більше своєї частини, захватили міську територію, построили там, як говорять у нас, ось цей холомец, який ми всі бачили в центрі міста. Це було таким відкритим позором для нашого міста. Ну, ми з цією задачею справились. Я впевнений, що ми справимося і з цією задачею. Ви, одесити, всі бачили, які акції протестів були тут для тих, хто не хоче видеть наш город благоустроенным, тех, кто не хотят, чтобы мы навели порядок, тех, кто хотят жить вот в таком городе, вы видите, вот эти малые архитектурные формы, если их так можно назвать. Ничего общего с архитектурой, конечно, нет, поэтому сложность вопроса, но в то же время системность нашей работы показывает, что порядок наводить можно и нужно, если вести планомерные разговоры, переговоры с владельцами сегодня этих павильонов. Мы договорились о том, что не будет этих павильонов. Больше половины павильонов будет снесено. Обустроена пешеходная зона шириной 4 метра. Поставлены заграждения, турникеты. Справа и слева впервые для этой части улицы Екатерининской будет выделена полоса для общественного транспорта, что сделает невозможным для парковки здесь или остановки любого другого транспорта. Впервые в Одессе мы начнем применять островки безопасности, пешеходные, одесситы это в скором времени увидят. Планируем начать эти работы с 1 августа. Также проведены перемовины с властниками привоза, для того, чтобы они организовали паркинг, парковочную зону на территории привоза, де буде паркуватися весь транспорт, який приїжджає до Одеси, до привозу. Це, на наш взгляд, має розгрузити новощипний ряд або взагалі зробити невозможним там паркування. Для того, щоб машини не заїжджали на вимощеної плітки тротуари у пішохідну зону, ми також плануємо встановку різних турнікетів, и путем разговоров с владельцами магазинов установить те правила, которые должны будут соблюдаться. Только так мы приведем в порядок свой город. Одесса – один из таких мест Украины. Это город, в котором очень любят дарить цветы. И действительно, это нас так немножко отличает от других городов. Поэтому эту возможность мы залишаем для одесситов, но это будет сделано так, чтобы все имело какой-то выгляд, внешний выгляд, чтобы оно было все достойно. Те бизнесмены, які павильоны, которые взносятся, мы попросили, звернулись до власников привозу, чтобы они надали возможность торговать на территории привоза. Я думаю, що на сьогоднішній день в нас немає якихось таких недомовленостей щодо наведення здесь порядку. Сейчас вы видите этот участок, на котором происходит благоустройство. Действительно, наши водители, когда видят какое-то свободное пространство, тут же стараются его заполнить, хотя слева вы можете узнать, что на привозе есть достаточно много паркингов, на которых порядка 70% свободных постоянно паркомест. Но мы видим, здесь как бы паркуются автомобили, в том числе, которые приезжают на привоз. Сейчас мы стараемся комплексно и системно подойти к решению этой проблемы. То есть это все реализуется в том числе при участии бизнесменов, потому что они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы здесь была красота и порядок. У нас здесь постоянно работают парковочные инспектора. То есть на данном этапе они обеспечивают работу соответствующих служб для того, чтобы службы могли полноценно там работать как с дорожным полотном, так и с благоустройством. Я думаю, что в первой декаде августа уже будет
видна картинка, то есть сейчас в ближайшее время будет обновлено по улице Екатерининской асфальтобетонное покрытие, и тогда мы получим, по сути, законченную улицу Екатерининскую. Будет нанесена соответствующая разметка, схема организации дорожного движения уже согласована. Здесь будут две выделенных полосы для общественного транспорта. Здесь у нас находится автостанция там Старосиная. Эти две полосы позволят беспрепятственно выводить общественный транспорт на основные маршруты. Мы будем применять здесь такие устройства, как делиниаторы, ограждающие конструкции для того, чтобы сделать невозможным паркование на этой улице. И вы видите, что видно расширение тротуара. Это тоже своего рода путь к новым подходам, путь к мобильности, когда мы должны обеспечить пешеходную мобильность, чтобы пешеходы не пробирались между машин, между каких-то препятствий, чтобы это такой не был такой триал, а чтобы люди спокойно, комфортно могли посещать такой рынок, как Привоз, или, например, какие-то торговые центры вокруг.